Всем привет! Распустился мой мини-фаленопсис. Это тот, который засушил бутончик. И на боковом ответвлении он тоже, как видите, один засушил желтенький. Для меня это была оценка, и цвет был сюрприз. А оказалось, что у этого фаленопсиса есть название, и зовут его Анна Ларати. Может быть, неправильно произнесла, не знаю. У него есть запах, очень-очень приятный парфюм. Пока он не сильный, так как, вот, допустим, он вчера раскрылся, и запаха совсем не было, а сейчас вот уже появился. Он маленький, маленькие цветочки. Все-таки в Ашане тоже можно купить орхидею с названием. Не просто гибрид и все. Очень красивый. Жду не дождусь, пока весь распустится, тогда вообще, наверное, запах будет стоять на всю комнату. Очень интересный, красивый. Всех люблю. До скорых встреч. Пока-пока.